Это вот яблоня дикая в лесу стоит. И тут вот рядом с ней сосна. И крону у яблони она полностью закрывала. Я тут ее немножко ветки спилил. Сейчас она вот стала такая. Немножко. Но ничего с ней не будет. Она сейчас с одной стороны только. И там, к тому же, половина были сухие. Но яблоню тоже надо будет попозже осенью пилить. Это у нас слишком высокая. Бесполезно. Яблоки, конечно, мелкие. Это и мало их тут было. Само собой. Но займусь ей. Ух ты, птица какая, орел. Цапля. Цапля летает вон. Красавец. Здоровенный. Аистый. Вот. Тут еще штуки три яблони. Таких ими я всеми займусь. Буду прививать. Ну и тут были два отростка. Я их выкопал, я отсадил на поляну огорода. Так, а тут я из леса посадил две дикие яблони. Вот одна. Вот вторая, они довольно большие. Ну ничего, думаю, приживутся. Здесь вот прямо возле дороги. А вон там видно ее. Большая там яблоня. И от нее отросли, наросли отростки. Там я, кстати, освободил ей для кроны солнца. Это просека от поляны. Ну и тут самое начало поляны. И я хочу вот показать, здесь две яблони растут. Но они под сосной. И сосна вот из трех стволов. Это вот первая яблоня. Всю крону им закрыла. И вот вторая яблоня. И я яблонями займусь попозже. Тут кое-какие сухие обрезал. Но а сейчас я вот, видите, спилил все, в основном сухие, ну парочку живых сосновых веток, чтобы допустить солнце до яблони. Сосне ничего не будет, это южная сторона, северную сторону я вообще не трогал, так что она тут раскидистая и будет даже лучше, тем более много сухих отрезал, а вот яблоням станет явно лучше. Это уже вторые яблони, которые я вот так сделал сегодня. Вернее, вчера начал. Вот такие яблочки пока растут. Они, конечно, кислые. Но посмотрим, что можно будет сделать. Ну и в том-то и дело, что их и мало сейчас. Вот только в самом низу, с краю кроны, где попадает света, а наверху их и нет даже. Но будут.